Здравствуйте. Вы знаете, вот прослушав доклад о климате, который прозвучал 15 октября этого года, нельзя спокойно уже жить. Хочется всем кричать, рассказывать. По 10 раз я готова каждому отдельно, всем вместе рассказывать, объяснять, уговаривать, в общем, все что угодно, потому что речь идет о спасении человечества. Ведь были указаны четкие, конкретные сроки. 5-6 лет мы еще сможем кое-как перебиваться в этом мире. Потом еще несколько лет будем тут, не знаю, это уже будет не жизнь, а мучение. И, собственно говоря, в 36-м году наша жизнь на этой планете закончится. Далеко не так красочно, как мы себе представляем. И это не просто слова, это объяснение ученых с цифрами, с фактами, графиками, видео, всякими там картинками и прогнозами четкими, которые проверены, перепроверены не один раз. Люди добрые, давайте будем объединяться, давайте прекращать воевать, мстить. И все такое, ведь речь идет о нас, ведь кто на планете не хочет жить? Ну, кто не хочет жить, так ради Бога, отдайте свою жизнь другим. Только для, не для того, чтобы убить других, а для пользы другим. Ведь всегда есть место подвигам, есть сколько мест и сколько ситуаций, где нужно спасать людей. Потому если вам ваша жизнь недорога, вы можете смело туда идти и... в общем-то, распоряжаться своей жизнью. Но давайте не будем распоряжаться так жизнью других. Давайте будем спасать планету и человечество. Ведь нет других альтернатив, если не объединимся. И самое главное, если не объединим ученых и все страны вместе, чтобы они собрались и все-таки направили свои силы на сохранение жизни на Земле, а не на то, чтобы... разрушать и лишать жизни других людей, как это делается сейчас. Мы не выживем как человечество. Неужели вам не жалко себя? Ну ладно, за себя как хотите. Своих родных, знакомых, да и незнакомых, просто людей, детей, которые хотят жить, которые только родились совсем не для того, чтобы умирать и видеть, как наша земля пропадает. Давайте, слушайте доклад, потому что в двух словах о нем рассказать сложно, но там очень все четко, очень все понятно и доступно каждому образованному, необразованному человеку, любому, потому что рассказано так, чтобы понятно было всем. Присоединяйтесь, строим созидательное общество, без которого мы никак не сможем выжить.